Гуляли уже на Крупской. Сейчас погуляем еще немного. Тогда была полная стройка. Чья-то вышка. Теперь частично завершилась. Образовался нижний уровень. Вон верхний уровень, стоянка есть. Парковка, точнее. Нижний уровень парковки. Детская площадка. Площадка еще, видимо, не закончена. Что-то еще буду делать. Но почему-то поклали асфальт на площадке. Твердое покрытие. Тренажерки. Ну, возможно, матами усилят. А так, асфальт. Видимо, опора под освещение. Ну да, асфальт. Жесткий асфальт. Ну, площадка приятная. Да, может быть, укладут еще матами. Вот это же должны прикрыть, еще что-то сверху будет. Классно будет малышам здесь.